Дед Петруха однажды приехал в гости Владиславу Жмелевскому в город Петрозаводск. Сидят они там у него в гостях, а Владислав у него и спрашивает: «Дед, угадай кто? Сын моей матери, но не мой брат». Дед Петруха подумал, почесал репу и говорит: «Спроси что-нибудь попрежде. Склефосовский». Владислав говорит: «Нет, не угадал. Это я сам. Живет он у него в гостях. День живет, два живет. Владислав его кормит, поет. Месяц живет, второй живет. На следующий год начал подозревать, что ему тут не очень-то и рады. И уехал домой. Приехал к себе в деревню и спрашивает у своей жены: «Мадонна, Мадонна, угадай кто? Сын моей матери, но не мой брат». А Мадонна подумала, почесала репу. Тогда кинет его пластиковым стаканчиком и говорит: «Спросил бы что-нибудь попроще, козел». Дед Петруха и говорит: «Не угадала, это Владислав Шмелевский». Подписываемся и слушаем дальше. «Доктор, полгода назад я развелся с женой. Прибавил в весе 30 кило». «Это же элементарно лечится. Просто перестаньте уже праздновать». Аспирант секретного научного исследовательского института, который не успел купить водку до 11 вечера, изобрел машину времени, поехал в прошлое и купил 2 бутылки. «Да ты успокойся, я тебе говорю. В принципе, для человека с интеллектом нет ничего невозможного. Можно и зайца научить курить». «Вы всерьез полагаете, что человек с интеллектом будет этим заниматься?» «А ежи!» «Будущее. Алкотестерами оснащены не только автомобили, но еще мобильные телефоны. При попытке дозвониться на телефон пьяного абонента слышно звук. Ваш абонент находится в неадекватном состоянии и не может отвечать за свои действия. Позвоните, когда он протрезвеет». «Я считаю, что ты должен перед свадьбой познакомиться с моими родителями». «А ты не могла бы их мне просто описать?» «По результатам научных исследований, второе и третье место в галактике по плотности вещества занимают 2 звезды. Звезда ПС-402 и ПВН-42. А первое место постоянно занимает ухрюпинская маршрутка номер 2 в час пик». Подписываемся, кликаем на колокольчик.